Здравствуйте, в эфире программа «Норильские новости». В студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. Избили и обокрали. Вахтовики из Дудинки жестоко обошлись со своим коллегой и сказали, что тот сам виноват. Где их поймали полицейские и что грозит задержанным? Деньги за хорошие оценки. Норильским выпускникам, окончившим школу с серебряной медалью, будут выплачивать премии. Каким будет размер вознаграждения? 9 часов на танцполе. В Норильске прошел турнир по современным танцам. В нем приняли участие около 1000 человек. Какие фишки использовали танцоры, чтобы победить, и как им помогали члены жюри? Норильчане продолжают жаловаться на водителей, работающих с крупнейшим сервисом вызова такси. По словам пассажиров, грубость и халатность этих перевозчиков становятся обыденным делом. В городских интернет-пабликах норильчане часто оставляют нелестные отзывы на низкое качество услуг такси с желто-черным логотипом. К примеру, недавно девушка вызвала машину по тарифу «Комфорт», но комфорта не ощутила. Напротив, водитель долго не мог найти дорогу до пассажирки, приехал с большим опозданием и обвинил во всем норильчанку, неоднократно ее оскорбив и осыпав проклятиями. Девушка написала жалобу в службу поддержки. Другой водитель от этой же диспетчерской службы со скандалом отказался вести пассажиров на два адреса, хотя в заказе этот нюанс был учтен. Кроме того, пассажиры женского пола жалуются и подтверждают снимками экрана угрозы со стороны водителей такси с желто-черной эмблемой в свой адрес. Таких примеров очень много. Напомню о самом резонансном, когда после скандала с таксистом того же агрегатора, не доехав до больницы, скончался мужчина. Родственники умершего не могут добиться адекватных ответов о произошедшем от службы поддержки. Первые три раза, как с нами связались, после того, как случай произошел 16 числа, был один звонок 18 числа и два звонка 19. С тех пор от фирмы такси никаких с нами контактов не было, от слова совсем. Трагичное происшествие случилось еще в феврале. В отношении водителя такси возбуждено уголовное дело. Сейчас семья умершего готовит пакет документов, чтобы подать в суд и на ту самую желто-черную диспетчерскую службу. Мы следим за развитием этой ситуации. Екатерина Алексеева, Дарья Каменских, Александр Вори, Норильские новости. Вахтовики из Дудинки избили и обокрали коллегу после того, как он отказался давать им деньги на выпивку. Где прятались и что грозит? Трое приезжих работников вахтового метода отдыхали после смены в квартире, которую совместно арендовали в Дудинке. Двое более молодых распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, денег на добавку попросили у своего 56-летнего коллеги. Мужчина в просьбе отказал. Выпивших вахтовиков это не устроило. Сначала они избили коллегу, затем начали угрожать ножом и заставлять перевести деньги на их счета через онлайн-банк. В конце концов мужчина сдался и сообщил пароль от своего онлайн-банка. Через приложение злоумышленники похитили 215 тысяч рублей. Деньги потратили на спиртное и развлечения. После содеянного вахтовики-разбойники решили залечь на дно в Норильске. Их разыскали и задержали на съемной квартире. Пацаны, ну, говорю, как оно есть. Он сам перевел эти бабки. Да, я бил его, но он сам ручно все перевел деньги за свой косяк. В месте задержания полицейские нашли и изъяли нож, которым угрожали потерпевшему. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Максимальное наказание по ней – лишение свободы сроком до 10 лет. Преступление и наказание. Норильский предприниматель присвоил больше 1,5 миллиона рублей из бюджета. Средства были выделены на строительство детской площадки. Теперь бизнесмену грозит 10 лет тюрьмы. В Норильском городском суде рассматривают дело о мошенничестве в сфере благоустройства города. Следствием установлено, что в 2021 году норильский предприниматель заключил муниципальный контракт на строительство детской площадки в одном из дворов на улице Талмахской. Работы оценили почти в 15 миллионов рублей. Часть этих средств предприниматель решил присвоить. Он подделывал документы, занижал количество стройматериалов и объемы работ, предусмотренные сметой. Фиктивные акты и справки о стоимости работ предоставлял в управление жилищно-коммунального хозяйства. С помощью мошенничества предприниматель присвоил 1,6 миллиона рублей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Похищенные средства возвращены в бюджет города. В Каиркане появляется все больше возможностей для проведения досуга. Пространство «Азбука» расширяется и скоро предложит жителям района новые интересные развлечения. Подробнее об этом расскажет Екатерина Алексеева.
Запах цитруса, ванили, банана и хвои заполнил все помещение. Это мастер-класс по созданию свечей. Гостям предлагают воск какого хочешь цвета, учат, как правильно завернуть в него фитиль и ароматизировать. Занятия проводят в молодежном центре Каиркана в кафе-коворкинге «Азбука». Это помещение, где можно посетить мастер-классы, устроить праздник и просто интересно провести время. Создать такое место удалось благодаря гранту от «Мира новых возможностей» благотворительной программы Норникеля. К слову, проекту «Азбука» компания выделила уже второй грант. Мы сохраняем абсолютную прозрачность и независимость экспертизы. И, в общем, по сумме баллов проект хорошо написан, интересен. Он очень высоко оценен экспертами, потому что, наверное, мне кажется, это логично, что такие активности, которые возникают в городах, которые позволяют развивать города, мне кажется, они всегда экспертами приветствуются, поэтому проект поддерживается. Все началось с идеи. Потом авторы написали проект, получили грант и сделали ремонт в выделенном помещении. И вот уже год «Азбука» принимает гостей. Амир Карибов, подросток из Каиркана, любит посещать это место. Сейчас он с друзьями как раз играет в футбол на приставке. Место очень понравилось, ведь можно собраться с друзьями, близкими, прийти поиграть, там, попить каких-нибудь напитков. Потому что Каиркан сам по себе маленький, мало куда можно пойти. Если только в Норильск, то в арену пойти. А тут вот открылось такое место, где можно развлечься с друзьями. Кафе-коворкинг «Азбука» уже окупает себя. Сюда часто приходят выпить кофе с пирожным и заказывают проведение праздников. «Азбуке» стало тесно в помещении, и руководство написало еще один грант по расширению мастерская каирканских непосед. На дополнительном пространстве станут проводить мастер-классы отдельно от работы кафе, устраивать фотосессии и фестивали. Все-таки каирканцы получили то, что ожидали, когда мы впервые на диалогах 20-35 несколько лет назад заговорили, то, что таких объектов, таких интересных мест в Каиркане недостаточно. Вот мы сегодня наблюдаем реализацию, через несколько лет можно подводить промежуточные итоги. Ремонт планируют закончить до конца осени. Торжественным открытием мастерской каирканских непосед станет фестиваль «Мы вчера родились», посвященный Дню матери в ноябре. Пригласят не только жителей Каиркана, но и других районов. Екатерина Алексеева, Никита Левинец, Норильские новости. Норильским выпускникам, окончившим школу с серебряной медалью, будут выплачивать премии. Сейчас эта поддержка доступна только для золотых медалистов. Они получают именную премию от главы города Норильска из местного бюджета. Сумма около 10 тысяч рублей. Так как теперь выпускникам будут вручать не только золотые медали, но и серебряные, предлагается изменить существующие меры социальной поддержки отличившихся школьников. Серебряным медалистам будут выплачивать премию размером около 7 тысяч рублей. Напомним также, что те, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов, с прошлого года получают именные премии за каждый экзамен – около 50 тысяч рублей. Члены комиссии по социальной политике одобрили эти изменения. Окончательное решение будет принято на сессии городского совета. На первую работу с поддержкой государства депутаты Госдумы предложили расширить перечень молодых специалистов, которые смогут получать меры социальной поддержки при трудоустройстве. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Это коснется россиян до 35 лет, которые трудоустраиваются по специальности на первую работу. Им будут присваивать статус «молодой специалист», и они смогут рассчитывать на поддержку государства. Законопроект стал необходимостью, так как сейчас специалисты, подрабатывающие во время учебы, уже не могут претендовать на меры соцподдержки. Кроме того, введут еще один статус «молодой работник». Это для тех ребят, которые трудоустраиваются не по специальности. В этом случае также предусматривается соцподдержка. Это может быть единовременная выплата, льготы на жилье или стимулирующие доплаты. В Норильске прошел муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Школьники наизусть читали отрывки из произведений любимых российских и зарубежных авторов. Школьники с 5 по 11 класс, всего 63 участника, соревновались в декламировании наизусть любимых отрывков из художественных произведений. Ребята говорят, сложность в том, что на зубок нужно было выучить не стихи, а прозу и прочитать выразительно, но без ложного пафоса. Мы искали произведения в разных источниках и наткнулись вот как раз-таки на этот цикл блокадных новелл, начали листать их и как-то сильнее всего запомнилось именно это. То есть, казалось бы, очень простой рассказ, но в нем столько всего скрыто.
В состав жюри вошли норильские писатели, актеры и преподаватели. Они оценивали дикцию, актерское мастерство и общую сценическую культуру выступления. По итогам прослушивания будут подсчитаны баллы и определены три победителя, которые отправятся на следующий региональный этап конкурса в город Красноярск. Танцевальная битва продолжительностью 9 часов. В Норильске состоялся масштабный турнир по современным танцам «Сияние Севера-2024». В нем приняли участие около 1000 танцоров. И почти столько же зрителей пришли их поддержать. Какие фишки использовали танцоры в выступлениях и как им помогали члены жюри? Забойный ритм хип-хопа «Кач и погнали». К слову, «кач» — это не молодежное сленговое слово, а базовое движение в современном танце. Каждый танцовщик стремится показать себя лучше всех, покорить судей и пройти в следующий тур. Так соревнуются между собой участники регионального турнира по современным танцевальным направлениям «Сияние Севера-2024». В конкурсе принимают участие почти 1000 мальчишек и девчонок от 4 до 18 лет. Номинации разные – соло, двойки, старт, плюс, коллективное выступление и король уличных танцев – хип-хоп. Я танцую уже 4 года в коллективе «Эфорт», коллектив уличных танцев. Мы разные стили изучаем – хип-хоп, брейк, афро, бок, все. Я оцениваю, что соперники у нас сегодня сильные, но все-таки я думаю, что я пройду финал и займу пьедестал. Самое популярное танцевальное направление турнира – хип-хоп. Только посмотрите, как старается норильчанин Данила. Говорит, такая мимика – его фишка. Да и сам танец очень нравится. Ну, то, что он необычный, и то, что у него есть разные формы и понимание. Почти все зрители в зале – это родители участников. Всей семьей пришли поболеть за своих. Турнир «Сияние Севера» проходит уже в 17-й раз. Он значим для тех, кто хочет заявить о себе в мире современного танца. В нем принимают участие очень опытные танцовщики. Не только из всех районов Норильска, но и из Дудинки. Занять пьедестал хотят все. Приглашенные судьи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара судят строго. Но посмотрите, как они своим примером зажигают участников. Оценивают жюри техническую базу, технику, музыкальность, подачу, эмоции. То есть все должно быть в совокупности. Турнир по танцам длился 9 часов в первый день и еще 7 часов во второй. Но говорят, что даже после завершения соревнований эти талантливые и жизнерадостные дети не сразу разошлись, а продолжили веселиться и танцевать. Надежда Балдакова, Александр Буори, Норильские новости. Эстафету на суше и в воде прошли 7 норильских семей на традиционных городских соревнованиях «Папа, мама, я, спортивная семья». В стенах Дома спорта «Бакмо» состоялся первый этап семейного первенства. Кто взял золото? Любые соревнования начинаются со скучной разминки, но в компании забавного зайчика этот процесс проходит куда веселее, особенно когда в сборе вся семья. Девиз нашей семьи – мы – команда! На старте 7 команд. Им предстоит пройти около десятка испытаний, как на суше, так и на воде. На подобных соревнованиях мы первый раз принимаем участие, а так в целом живем спортом, потому что постоянно в спортзале, постоянно стараемся показывать своим примером подрастающему поколению, в частности своим детям, что надо заниматься активным спортом. Соревнования «Папа, мама, я, спортивная семья» проходят ежегодно и делятся на два этапа. Первый проходит на суше, то есть в спортивном зале. Второй – на воде. Те же эстафеты, но в бассейне. Для кого-то эти соревнования – добрая традиция, а кто-то пробует свои силы впервые. Во-первых, год семьи, объявленный президентом. Во-вторых, в рамках нашего целого цикла мероприятий «Патриотические игры». В конкурсе «Папа, мама, я, спортивная семья» нужно проявить силу, скорость, ловкость и, конечно же, командный дух. Все эти качества у команд есть, но победит сильнейший. По итогам состязаний уже во второй раз победителями стала семья Магуновых. Серебро взяли Захаровы, бронзу получила семья Бурбиных. Дарья Каменских, Николай Букало, Норильские новости. К этому моменту у нас все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей и сюжеты вы всегда можете найти на нашем YouTube-канале и на сайте norilsk.tv. В студии была Надежда Балдакова. Всего доброго!